Пяточки. Ну все, еще раз здрасте. В общем, я тут готовлю. У меня тут все кипит, все горит. Будем готовить с вами сейчас рыбку. Запекать. Вот такая вот рыбка, смотрите, классная. Это у нас рыбка, называется форель маленькая. Форель маленькая. Такое прям название. Да, покупала я ее в этом спаре. Вот. Это турецкая форель. Вот, будем ее сейчас посолим, поперчим. У меня тут перчик уже есть беленький. Сейчас соль надо. И лимонный сок. Буду запекать в духовке. Ее уже включила. Тут, смотрите, намыла, короче, вот такую вот голубику. Вовчик, кстати, оценил. Очень вкусно. Вот. Априкосы, черешня. Сейчас она будет сало сделать. Так, подготовила уже, смотрите, штучку. Сейчас ставлю вас на место. Девочки, наблюдайте с первого ряда. Все, извините, у меня руки, как говорится, будут немножко заняты. Так, сделаю небольшие надрезики на ней. Чисто так, чуть-чуть, чтобы она у нас хорошенечко прожарилась. Вот, чуть-чуть. Прямо так вот, раз. 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 И раз. У нас будет хорошо так жариться. Так, на низ немножко масла. У нас не пригорело. И здесь будем ее запекать. Так. Немножко перчика добавляем. Что-то у меня не раскрывается. Слушайте, купили мы тогда этот перец, камис. И что-то нам вот так надолго хватает. Сейчас, подождите. Лимонный сок еще надо найти. Так. У меня вот такой вот лимонный сок, кстати, очень классный. Так. Посолить. Немножко. Так, чуть-чуть. Внутри. Вот. Так вот. Во. Здесь какая красота. Так, и перчика. Ничего сложного абсолютно. Так вот можно забить перчик. И будет у нас вкуснятина. Так. И все. Это дело немножечко лимончика. Ну, так может прям даже внутрь. Чуть-чуть. Вот ее полить. Чуть-чуть внутрь лимонного сока. И все это дело, так сказать, запаковываем. Как там Вовчик делает? Как, по-моему, вот так вот. Так вот. Раз. Так вот. Два. Вот, и вот так вот. И как девочку красивую запаковываем. И все, вот такой у нас конвертик. Такая маленькая рыбка. Ну, со второй мы поступаем точно так же. У нас все быстро, классно и приятно. Так, раз, два. Так. На самом деле ее, конечно, лучше бы пожарить, такую рыбку, но нам сейчас жареное нельзя. Точнее, нам можно, а ему нельзя. Ну и приходится как-то без обжарки поступать, к сожалению. Так, вот немножко посолить. Чуть-чуть вот сюда. Так, и вот здесь вот. Тудыщ. Тудыщ. Все. И перчика. Ну, я сильно солить не буду. Как и перчить. Чуть вглубь. Все. Так вот, забить соль, забить перец. Слушайте, вот купила тогда вот эти специи, камис, да? И вот как надолго нам хватает? Сколько рыбы мы уже сделали? Так, немножко внутрь, немножко снаружи. Все. Лимонный сок сейчас помою руки. Все, все.
все почти готово. Так, все, запаковываем. Раз и все. Вот мы, кстати, так всю рыбу делаем. И дораду делаем так. И вот форельку. И сибаса можно так делать. По сути, вообще ничего сложного. У меня сразу, как вы рыбу делаете? Как вы рыбу делаете? Девочки, абсолютно легко. Абсолютно просто. Вот так вот запаковываем. Все. Все. Перепить у нас вот такая вот братская могила. Вот два кусочка порционно. Теперь это можно отправлять в духовку на полчасика. Полчасика у нас будет готова наша рыбка, собственно, в соку. Так, соль можно убрать, все убрать. У меня, кстати, он достал вот этот пакетик Uncle Ben's, что они прям такие здоровые. Вообще, здесь больше, чем 80 грамм. Вот, но будем делать такую. Так, сейчас я уберу быстренько. Сейчас еще надо салатик порезать. И все. Не буду особо сильно много всего делать. Чисто вот символически рыбка, рис, салат и все. И вот фрукты нам нужны. И все. Потому что чего мы много не едим сейчас. Вот так. Хотя хотелось бы, конечно, знаете, я бы с удовольствием пиццу какую-нибудь заказала. Или еще чего-нибудь. А нельзя. Но мы с вами еще все это дело наверстаем. Сейчас, так сказать, почистимся. И все будет замечательно. Ван там отдыхает. Так, сейчас. Кстати, положила салфеточку, которую мне прислали. Очень хорошая салфеточка, я прям не нарадуюсь. Прям вот что называется, у нас вот одно, а в Германии другое. А мне нравятся еще вот эти вот домашние полотенчики. Так вот раз и все. Хватает их надолго. Видите, новенькая, чистенькая. Сейчас надо посолить водичку. Вот. Господи, девочки, сколько денег тратится вообще? Просто жуть какая-то. Просто жуть. 4000 потратится. Еще до этого сколько? А еще сколько потрачу? Ума сойти. Сейчас болеть очень-очень накладно. Лучше не болеть. Так. Там, кстати, на упаковке написано «Рис варить 20 минут». Вот. Я тут, конечно, ничего не поняла. Здесь по-немецки написано. А реально, кстати, здесь написано по-немецки. По-английски и по-немецки. Вот. Но я разобрала здесь 20 минутен. 20 минутен. Минутен. Вот. И написано как раз вот по-немецки. Вот что называется немецкий продукт. 500 грамм. Здесь получается 4 пакета. В одной порции, в одном пакетике 2 порции. Вот так. Ну и отлично как раз нам. На двоих. Будет. Попробуем. Чем там немцев кормят, понимаешь ли? Вот. Так, посолить. Пускай у нас здесь варится. А потом маслечко немножко добавлю. Будет вкусно. Так, сейчас хочу сделать салат с помидорами. Такими вкусными, которые купила. И огурцами. Я туда еще, конечно, лучка подобавила, но нельзя. Но нельзя. Очень жалко. Очень-очень жалко. Жалко прям вообще. Что вы там со
мной готовите? Рассказывайте. Наверняка что-нибудь делаете со мной, а? Расскажите. Вот, как раз у меня ножичек будет очень удобно. Так, ну что, отправляем наш пакетик. Ну, пакетик прям такой знатный. Девочки, отправляем его готовиться. Так, рыбу я во сколько поставила? Ага. Все, засекла. Все, пускай у нас варится. Все замечательно. Так, это есть, это есть. Пошлите резать салат. Пошлите резать салат. Ой, все гениальное просто. Девчонки, все гениальное просто. Сейчас быстренько спорюшь салатик, пойду. Вовке поменяю все его примочки. Вот, и уже будем садиться ужинать. Как раз будет готова у меня уже рыбка. Рис сварится. Видите, у меня... Я люблю, на самом деле, готовить все вот так, чтобы и тут, и там, и сям. Чтобы у меня все одновременно готовилось. Я сейчас, прикиньте, у меня сейчас варится рис, готовится рыба. Вот, и я делаю салат. Вот, видите, три в одном. Я, конечно, не Цезарь, но очень к этому стремлюсь. Сейчас, через 5 минут подойду, потерпи. Не полчаса, а не надо врать. Сейчас приду. Ля-ля-ля-ля-ля. Видите, полчаса уже прошло. Там просто вот этот раствор, пронтосан, раствор именно, его можно подержать на ране. Вот, какое-то время. Чтобы, так сказать, она пропиталась. Вот, нужно будет поменять. Так, ладно, быстренько пойду поменяю. Сейчас приду. Ух, слава богу, все. Сделала, все поменяла, все хорошо. Все, можно продолжить, так сказать, свои основные обязанности по приготовлению пищи. Девочки, честно, знаете, вот чувствую себя сейчас вот медсестрой, кухаркой, но никак не женой, вообще никак не женой. Просто прям вот, конечно, я очень устаю. Тут всякие тут бегают, голожопые. В одних трусах тут бегает все. Ой, закрою дверку. Побыть одной. Хоть немножко. Я уже, конечно, устала. Одно дело, когда вы в отпуске, одно дело, когда вы где-нибудь в хороших, теплых краях. А такое дело, когда человек болеет, когда человек с дурным характером, думает, что мы все должны, ничего не благодарит. Так вот, в общем, меня туда-сюда, туда-сюда. Я так хотела приготовить что-то, уйти из комнаты, все скрыться. Для меня это уже освобождение. Вот, а с вами выговоришься, уже полегче становится. Ой, да. Ну, вот, надеюсь, с парандосаном будет лучше заживать все эти раны. А то там у него просто прям кровавое месиво. Думаю, там как сделали, так и все. Уже устала в этой крови. У него кровь, и никак это сукровится, никак и не успокоится. Прям открытая рана. Вот, я уже устала, честно, девочки. В день я по 5 раз меняю, где-то 5-6 раз. Все вот эти вот штуки. Уже столько денег ушло на банальную эту марлю. Все, представляете. Вот. Ну ладно, как говорится, прорвемся. В любом случае, это надо было сделать. Вот, лучше им. Так, ладно. Короче, режем салат. У меня рыбка там делается, готовится. Я очень надеюсь, что у нас все получится. И мы съездим в Турцию. Отдохнем. Я это заслужила, девочки. И честно, не хочу там ничего особо снимать. То есть я сказала, я на неделю без экскурсии, без всего. Я не буду там заниматься такими экскурсиями. Короче, это мне конечно, предложат. Там, сделайте это, сделайте то, обзор я не хочу. Я чисто поеду отдыхать. Там классный басик в том отеле, который, если у нас получится взять. Вот. Через дорогу море. Вот. И будет прям шикардосно. Вот. Буду отдыхать. Пить оранжа, джуз. Да-да-да. Да и снимать, наверное, так особо не буду. Максимум там на покушать где-нибудь, погулять и все. Может быть, стримить буду. Тем более, сейчас в Турции я уже знаю, где чего и как с интернетом, как чего.
Я уже хочу отдохнуть. Плюс там спа-отель. Угу. И это, там и хамам, и массажи. Причем это все входит. Вот. Может быть, получится. Не буду, конечно, загадывать. Вот, вдруг, конечно, не будет. Вдруг не получится, но я надеюсь, что все будет хорошо. Потому что все, что я загадываю, обычно у меня случается. Рано или поздно. Просто, может быть, то, что я загадала, еще не время. Вот. А потом будет время. Так. Такие дела. Не, конечно, я считаю, нужно любой женщине отдыхать. Просто отдыхать, знаете, от какого-то семейного быта, от всего-всего. Вот, ну, я уже даже, знаете, начала задумываться, а не поехать ли мне куда-нибудь одной? Вот, просто одной, без Вовчика. Вот, конечно, он будет против, но... Ой, его бросит-то. Да, как говорится, мы в ответе за тех, кого приручили. Конечно, хочется все бросить и уехать в какую-нибудь жаркую страну, где будут красивые мужчины. Да-да-да, я тоже об этом мечтаю, девочки. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Тоже иногда хочется отдохнуть от семейных отношений. Вы знаете, иногда вот смотришь на вот эти вот семейные пары, которые, знаете, как это называется там, соседский брак, или как это называется? Не гражданский брак, а когда вот Елена Павловна, по-моему, у них такой брак, она говорила, что они вроде как это женаты, а вроде как это не живут вместе. То есть она там в одной квартире живет, он там с сыном в другой квартире. Вот, и задумываешься, может, действительно такая модель отношений, она... неплохая, вот, потому что ты друг другу постоянно не выклевываешь мозг. И вот знаете, вот вы говорите, вот там он работает, не работает. Знаете, вот даже иногда раз в 3 дня, когда его дома нету, уже есть возможность немножко отдохнуть. Просто соскучиться, там, как-то побыть раздельно. Вот, мне кажется, это все-таки нужно людям. Вот, и ему освежить, так сказать. Но он обижается, прикиньте, он обижается, когда ему не позвонишь, он прям обижается. Начинает, не позвонила мне. Он говорит, ну а ты мне сам чего не позвонил? Вот. Тоже не поймешь. Звонишь иногда, я занят, не могу уговорить. А иногда не звонишь, и это, ты мне не позвонила. Вот что называется собака на сене. Вот прям реально собака на сене. Какие дела? Уже рыбка пахнет. А, красота. Так, все, салатики я уже дорезала. Замечательно. Замечательный мужик меня не вывез в Геленджик. Я осталась здесь одна. Вот такая, блин, беда. Так, надо выкинуть. Так, все, салат сделала, девчонки, столько салат получилось. 2 огурчика, 2 помидорчика. Сейчас добавлю немножко соли, оливкового масла, и все. Слушайте, надо уже стол поменять, я так думаю. Надо купить какой-нибудь раскладной стол, как вы думаете? Мне кажется, оно уже пора. Так, сделаем сейчас. Немножко оливкового масла. Вот. И немножко... О, точно, соевого соуса. Вот. Вместо соли. Вот. Чуть-чуть. И лимонного сока. Я бы еще горчички добавила, но Вовчик сейчас горчичку нельзя. Вот. Лимонный сок. Можно. И будет такая вот заправка классная под салат. И все. Ну, мне кажется, чуть-чуть надо соли. Потому что вот соевый соус, который у нас, он какой-то сладкий, девочки. Мы купили, он какой-то сладкий. Мне прям не очень нравится. Ой,
моя прелесть, девочки. Хо-хо-хо. Сегодня буду, короче, там сериалов опять накачала. Буду сидеть сегодня сериалы смотреть и поглощать вкусняшки. Вкусняшки. Вот, а Вовчику вон фруктов, фруктов намою. Как хорошо, что ему это все нельзя. Ну вот, например, с этими, с кокосом он и сам не хочет. Может, я ему предлагала вчера, говорю, хочешь попробовать? Он говорит, нет. Я не буду, я такое не ем. Я такое не ем. Вот такой вот он. Все, девчонки. Все, салатик готов. Пускай стоит, настаивается. Маринуется. Ой, слушайте, а у меня там, по-моему, укроп есть. Может, укропчик добавить? Или у меня его нету? Но у меня есть. Есть укроп? Укроп. Так, если есть, по-моему, здесь. О, давайте я еще укропчика добавлю. Хотя, я не буду. Завтра надо что-то готовить, а мне укроп пригодится. Не буду добавлять. Не буду добавлять. Я бы туда чесночка бы еще добавила. Вот. А, как это плохо, что нельзя ему. Вот это нельзя, то нельзя. А так хочется. Девочки, так хочется. Все, салат готов. Зашибись. Зашибись, салат готов. Все. Так вот, все. Пускай занимается. Почетное место. Так, что у нас здесь с рисом? Рис у нас здесь варится. Вот. Сейчас надо будет его положить в этот с маслечком. Будет вкусно. Будет вкусненько. Будет вкусненько. Вкусненько. Ой, мне так понравилась эта голубика. Надо будет купить еще раз. Только побольше. Так, ну что? Тогда жду, когда у меня доварится рис, доделается рыба. Жду вас всех на мукбанг. Люблю, целую, мои хорошие. Хоть с вами есть выговориться. Посидеть, отдохнуть, так сказать, поговорить. Как хорошо, вы не отвечаете. Я вам все говорю. Красота, красота. Все, люблю, целую. Увидимся на мукбанге, пока.